Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Кристину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, готова. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Кристины, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристины, находит все. Аня, знаешь, руки связаны на запястьях. Вперед вот так, 2 руки. И она их дергает. Сперва спокойно, а потом начинает нервничать и орать, не может вытащить. Выводит из себя это ее. Хорошо, Влад, разрежете веревки на ее руках. Веревки отправляются в клетку-тюрьму. Без всякого крика. Бес вышел к ним. Хорошо, у нас бес. Сколько герц? 9. 9-герцовый бес. Почти демон. Почти. Смотрим, кто у нас дальше сидит. У меня накидка сверху. А в клетке кто? Сними накидку. Снимаю накидку с нее. 1, 2, 3. Кристина. Эта накидка выходит из тебя, отключается полностью и со всеми энергиями отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Угу. Хорошо. Инкуб. Дракон. Какой? Синий. Синий, хорошо. Гуманоид. Это его накидка, и у нее спрут еще на голове вдобавок ко всему. Так, бес, 9-герцовый, накидка. Считай, пожалуйста, цифры над головой синего дракона. 845. Все знают, где они находятся? Да. Хорошо, переходим к чистке. В процессе чистки и реверса энергии я буду задавать вам вопросы. Если вы не будете отвечать на эти вопросы или будете отвечать неправду, я буду на вас воздействовать. У меня есть оружие против каждого из вас на вашей чистоте. И я даю команду тонкой копии Кристины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, реверсом, возвращая весь негатив, который она получила от этой накидки и от этих веревок. Пошел поток. Гуманоид говорит, что это зонд. И? Я хотела просто назвать его, рассказать, как она выглядит, что она такая, как гриб, белым только цветом, типа прозрачным таким, беловатым, как туман. А он говорит, что это зонд. Откуда ты гуманоид? Сириуса. Пловец душ? Да. У вас другие это тоже. А у вас других профессий нет на Сириусе? Не есть, и очень много. Вот меня удивляет, почему ты выбрал... Так же, как у вас. Ну, и ты погнался за быстрой наживой, невзирая на законы мироздания, на возможность того, что тебе придется отвечать за твои действия. Тебя нигде там в голове не щелкнуло, что, может быть, я что-то не ту работу себе нашел. Может быть, пойти на слесаря, на токаря учиться, я не знаю на кого. Какие у вас профессии есть? Но, по-моему, ты сейчас попал, находясь в этой клетке. И у тебя неприятности. Он оценил твою ошибку. Хорошо. Итак, сколько ты находился в этом биополе? 13 лет. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 6 месяцев. Синий дракон, 845. Где ты подцепился и когда и как долго ты находишься в этом биополе? Он с ней 5 лет. Так тебя ребенком подкинули туда еще? Ну, что-то, да, такое переходное. И он у нее в сердечной чакре, он показывает, что он там клубком сворачивается и разговаривает с ней. А о чем он с ней разговаривает, успокаивает ее, обсуждает с ней. Да ты что? А какой опыт ты собирал? Выживал. Да ну перестань. У тебя есть возможности выжить у синих драконов. Неужели... Мне надо окрепнуть. И ты только можешь окрепнуть в биополе человека? Мне кажется, ты не знаешь свои способности до конца. Набирает определенные соки он здесь. Понятно, но ты хочешь, наверное, ускоренную программу пройти, да? Побыстрее все это сделать. Это определенный опыт, так же, как и у вас на Земле, ускоренный. Хорошо. Тех, кто чистит души людей, тонкие их тела, ты еще никогда не видел, я полагаю, да? Нет, ему любопытна эта встреча. И еще с нее он переселился позже в квартиру. Значит, у тебя там что-то находится, да? Да, это его первый эксперимент. Подключки к платам. Вернее, установки их. Хорошо. Пока только установки. Я почему говорю, потому что у нас сегодня заказана Наталья чистка этой квартиры. Значит, мы с тобой еще сегодня встретимся, поэтому я тебя буду после того, как все уберется и ты все заберешь, отправлю тебя в квартиру. Минут через 20 приду сам. Во время того, когда меня не будет, ты соберешь пока все свои платы, отключится полностью. Я приду, проверю и открою тебе портал на твою чистоту, и ты уйдешь. Первый раз. Тебе это понятно? Понятно. Он говорит, что его опыт не был доведен до конца, но все равно его радует, что какой-то опыт он получил. Я не знаю, радует ли это Кристину, потому что радость, она имеет всегда два направления. Тех сторон, которые участвуют в этой радости. То есть, если для тебя доставляла эта радость, я не уверен, что для Кристины это доставляло какую-то радость или на физическом плане. Он имеет в виду его личный опыт, не опыт над ней. Я понимаю. То есть ты не можешь это ставить на весы. То, что ты дал, то, что ты получил. Ты забрал больше, чем ты получил. Ты сейчас это понимаешь? Я старался быть лояльным, разговаривать с ней. Поехали ревер дальше. Закончился. Отлично. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Кристина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Из этой накидки идет человеческая энергия, я бы даже сказала, жизненная какая-то энергия. Она как по кругу ходила. Но это уже перебор, гуманоид. Это уже реально перебор. И ты должен понимать, что ты перешел черту. Зациклилась. Ну вот это и есть зацикливание. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. 4 года. И бес у нас остался. Бес. Почти демон. Сколько 8 лет. 8 лет. Ничего себе. Оцени мое устройство. А ты мне о них сегодня еще расскажешь. Ты мне скажи сразу, есть ли лярвы в ее биополе? От апатии до истерики. Лярвы есть. Да ты что, от апатии до истерики, такой спектр у тебя серьезный. Да. Ну так ты реально дослужил скоро стать 10-герцовым. Объясни мне тогда, пожалуйста, значит, сколько у нее лярв и где они находятся? Паху у нее лярва. Угу, понятно. Еще где? И на руках есть. Хорошо. Я у тебя спрашиваю, хочешь ли ты эти лярвы забрать, когда мы закончим чистку сегодня? Да, это моя чистота. Я тебе отдам отдельную команду, и ты тогда сможешь их забрать за эту информацию, которую ты мне дашь. Или уже дал. Хорошо, ждем окончания реверса. Закончился. Хорошо, я спрашиваю всех присутствующих, кто еще присутствует в квартире, кроме синего дракона? Бес. Бес. Еще кто? Все. Бес, ты один там или еще черт есть? Есть черт. Я почему спрашиваю, просто я и там буду собирать весь негатив. Тебе придется делиться чертом, чтобы ты был в курсе. Обойдется. Ладно, хорошо, поделим 20 на 80. Тебя устраивает? Кому это 20? Ему. Тебе 80. 10 хватит. 10, хорошо, ну как скажешь, без проблем. Это ваши взаимоотношения. Ну, просто... Он еще там собаку мучает. Ой, за собаку. Я бы ему вообще ничего не давал. Не, ну все, вопрос закрыт. Ты получишь 100%, без черт получит урок, потому что за собаку, и за животных, и за детей я серьезно наказываю. Там без разговоров. Все, без, ты заработал 100%. Все, мы... Закончили с реверсом, да, Вера? Да. Выходит спрут, собирая все, что ты оставил в биополе, Кристины, ничего не забывай, отсасывай всю свою жидкость, возвращайся в клетку, докладывая готовности к проверке. Проверка будет несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, забудет, может сгореть. Не рекомендую проверять. Он у нее на самой макушке сидит и вот этими своими... Да. Не лапки, что у него? Ну, лапки, наверное. Подкрепает. Под себя вот щупальцы. Щупальцами. Хорошо, как оно действовало на физическое состояние? Как оно отражалось на состоянии Кристины спрут? Забывала. То есть ты вырубал ей память, а еще что, сжимал? Какие не еще успел были? Пока полностью плотно присосаться, пустить корни. Ну еще полгода. Присосками. Да, тебе бы еще полгода, и ты там уже осел конкретно. Хорошо. Пока только в голове и на макушке. А цель какая была? Кроме того, что сделать из нее... Энергии. Они что, неконтролируемые? Ты видишь какие-то намерения, защиты в ее биополе? Нет, не вижу. Понятно, хорошо. Обращаем внимание Кристины. Хорошо, поехали дальше. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, забирай их и возвращайся в свою клетку. Приступай. Место у него в сердечной чакре. Грустно ему все сняло. Выходит. Кому? Грустно? Дракону, да. Синий дракон. Привык он к ней. А тебе показать одну вещь, которую тебе сразу вся грусть пройдет. Достаю печать. Он говорит, что это мои чувства, не надо. Не надо? Я тебе просто хотел показать альтернативу. Я мог бы сейчас достать печать дракона, сделать тебе больно, но я этого не делаю. Ты должен понимать, не то, что тебе грустно, а ты должен осознать, что ты что-то неправильно делал. В этом был твой урок, ты его не сдал. Понимаешь? В этом и разница. Выходит инкуб. Задумался. Пусть думает. Выходит инкуб, снимает все свои ленточки, все, что ошейники, все свои подключки. А пиши, где он снимает. Тебе тоже грустно, инкуб? Инкуб злой. Он смотрит. Зло. Инкуб, хочешь, я за 3 секунды тебе твою злую улыбку превращу в радостную? Он не улыбается, он просто злой. А что ты злой, инкуб? Любви не хватает в жизни, да? Ходят вот тут всякие. А, это в нашу сторону. Ну да. У меня своя работа, у тебя своя работа. Представь себе, что было... Все заново надо начинать теперь. Ну, твоя проблема. Представь, что было, если бы нас не было. Гуманоида уберем сначала. Гуманоид, тебе выходить не надо. Вытаскивай, отключай, или еще что-то осталось от твоей конструкции. Накидки. Осталось, да? Давай вытаскивай. Но она полностью подключена. 3-й глаз, вишудха. Сердечная чакра. А что ты транслировал через 3-й глаз? Он его закрыл. А, ты его закрыл полностью, понятно. Ну, значит, там человек... она циклично ходила кругом. Понятно. Он, кстати, как пробку оттуда достает. Плотно белую такую. Энергетическую пробку, которую он закрыл этот канал. Все снял. Хорошо, бес. Для тебя дорога открыта. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Объясняй, как оно действовало. Как закончишь, доложи мне, я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Так я же уже рассказал, как действовала моя веревка. А сам я внизу устроился в ногах. Качельки? Или что у тебя, гамак? Есть устройство, гамачок до колен. А эти есть носочки? Обязательно, как же гамачок крепится. Вытаскивай свои остатки, все, что там осталось, чтобы все было чистенько. Готово. Хорошо. Разрешаю тебе без забрать все лярвы, которые находятся в биополе. Кристина, приступай. Готово. Хорошо, бес. Если ты хочешь еще получить эмоциональный фантом со всеми негативными программами, мыслеформами, тогда расскажи мне, на какую частоту ты зашел, как ты ее споймал, где ее слабые места, чтобы она могла это, возможно, исправить. Она красотка. Согласен. Если бы это инкуб сказал, я бы понял. Любит себя. В этом плане. Хорошо. Еще что? В зеркало смотрится, а мы с другой стороны зеркала смотрим на нее. И ты заметил там самовлюбленность? Ты к этому слову вел? Ну, не совсем самовлюбленность. Красование? Ну, что-то ж тебе сработало, что-то ж притянуло. Вот я хочу услышать эту чистоту. Он показывает, что под влиянием вот этой зонда этого, она хаотичная была. Во-первых, слабая, во-вторых, хаотичная. Хорошо, достаточно информации. Поехали. Я даю команду. На 4 выходит эмоциональный фантом Кристина 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы. Генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Еще энергия цикличности выдави с ней. И энергия цикличности дополняем. Все это выходит в шар. Черный такой комок вышел. Кристина, посмотрите на этот шар перед тем, как мы от него избавимся. Это все говорит, что что-то такое я ожидала. Вот это все вы сами, к сожалению, произвели. Надо что-то менять в жизни для того, чтобы этого не было. Вы готовы от этого избавиться? Она с удовольствием поменяет и готова избавиться. Хорошо, сворачивай это все в шар. Бес забираешь? Конечно, это и жду. Отправляй бесу. Хорошо. Все забрали. Переходим к процессу. Ну, у нас высокие вибрации, тебе нужна подпитка, иначе тебе здесь будет не совсем хорошо. И я даю команду на рассинхронизацию Кристины. Чувствительное рассоединение с гуманоидом, рассинхронизация. Вера, 13 лет, она уже практически гуманоид. Готова. Хорошо, отлично. Включая внутренний белый свет Кристине. И Кристина этим светом выдавливает из себя все негативные остаточные энергии, находящиеся на частоте интерферентов и их подключика. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает все эти энергии, они формируются перед Кристиной в шар. У нее хороший свет, с лучами свет, не просто белый. Поэтому их пробку ставили, Вера? Она этими лучами как вытолкнула все в себя и лучи назад вернула. Отлично. Небольшой шар. Открываем под этим шаром портал «Галактическая дрожь». Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично, значит, все забрали. Хорошо, синий дракон и бес. Я сейчас вам открою 2 канала. Каждый уйдет в этот канал. Вы уйдете в квартиру. Бес, не теряя времени, собери пока все, что осталось. Точно так же и синий дракон. Я проверю и отпущу вас на вашу чистоту с бесом, как договорились. Все понятно? Понятно. Открывается на 4-2 портала в квартиру Кристины. 1, 2, 3. И синий дракон уходит в свой портал. Бес уходит в другой портал. Закрывай, печатаю, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, поехали дальше. У нас там руки были связаны, веревки есть еще в клетке, да? Да. Открывается под веревками портал «Галактическая дрожь», веревка уходит на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Спрут готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо, благодарю. И Лия, прошу тебя выйти на связь. Связь. Приветствую тебя. Гуманоид Сириус, 13 лет, накидка. Посмотри, пожалуйста. Забираем. Накидку уничтожить. Открывается под накидкой портал «Галактическая дрон». Накидка уходит на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово, они его забрали тоже. Клетка пустая, Вера? Да. Отлично. Поехали по частотам. Переходим на частоту бесплотные подселенцы. У меня есть что-то. Хорошо, выходит. Сущность отправляется в клетку-тюрьму. Это как, я не знаю, какое-то как привидение летает. Небольшое. Снимаются все маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Он проявляется, он такой, он фантом. Хорошо, кто ты такой? Сущность. Сущность. Какая сущность? Низковибрационная, неосознанная. Где ты подцепилась? В квартире. В квартире. Что-то есть у нее в квартире, где легко подцепляются они. Ага, понятно. Хорошо. И куда тебя отправляют сущность? На чистоту. На ее, да? Да. Наверх или вниз? Вниз. Вниз. Хорошо. Ты что-нибудь оставил в биополе Кристины? Или подпитывался только энергией, пока сидел? Подпитывался. Сколько ты находился в биополе? 3 дня. 3 дня. Хорошо, там немного. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте этого бесплотного подселенца, этой сущности. И сущность уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Серьезный портал. Поехали дальше. 420, ого. 28. И 28. На счет 3 макушку головы Кристины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Да, потому что она должна прочувствовать свои энергии. Частота и вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Посмотрим. Они как раз будить ее должны. Посмотрим при идентификации. И вибрации даже ко мне доходят. У нее процесс какой-то трансформации идет внутри сейчас. Вовремя попало. У нее чакры были закрыты все из-за гуманоида, зонда. Да, это массивное воздействие. Не только третий глаз. Она в своем соку варилась просто. Там не было обмена энергии. Да. Готова, она все рассматривает. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Уже синхронизировала, она пока трансформация шла. Хорошо. Переходим к процессу активации, идентификации. 2, 3. Пошел процесс. Стержень родной проходит через стержень. Я не понял. Повтори. Ее родной стержень. Да. Проходит золотыми энергиями. Снизу, с нижней чакры. Да. На самый верх. Из одной в другую. Активируя их. Она знает, кто она? Знает, да. Знает. Она солнце. Солнце. Уже знает. Солнечная душа. Мы делаем предложение куратору или учителю Кристины, если он хочет, прийти к нам в комнату диагностики и поприветствовать Кристину без вопросов. Добро пожаловать. Он хочет. Мы приглашаем куратора или учителя в нашу комнату диагностики. Типа пламя что-то появилось, сейчас сформируется. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Кристины. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Он подбирает голос. Подожди. Хорошо. Мужские энергии. Приветствую вас здесь. Зовите меня Соло. Соло. Приветствуем вас, уважаемый Соло. Вы куратор. Я бесконечно счастлив находиться здесь. А еще более счастлив, что Кристина с моей подачи дошла и убрала со своей солнечной души паразитов, сосущих нашу солнечную энергию. Абсолютно верно. Уважаемый, вы куратор, Соло? Я куратор. Мы очень рады приветствовать вас в нашей комнате диагностики. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом находится ваша подопечная Кристина. Будьте любезны, присядьте, пожалуйста, у нас есть место, кресло. На столе появляется самое любимое угощение, которое любит Соло, куратор. И мы просим его подождать пару минут, пока мы закончим. У него нет любимых угощений. Хорошо. Тогда я прошу подождать пару минут, и мы закончим со своей работой, и после этого вы можете обратиться к ней и сказать все, что вы хотели. Благодарю. И мы благодарим вас. Пусть тонкая копия Кристины вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 650. 650. Хорошо. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Кристины до значения 650 Гц. Пошел подъем. Но у них это счастье. То есть солнце вообще дарит всем счастье, и для них это такое радость и счастье. Отлично. Потому что под солнечными лучами хочется быть беззаботным и счастливым. Готово. Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Кристина, как вы себя чувствуете? Великолепно. К вам пришел ваш куратор, Солнце, его зовут Соло, он хотел вам что-то сказать. Соло, я передаю вам слово, мы закончили, пожалуйста. Она говорит, что я даже мечтать об этом не могла, мне очень приятно эта встреча. Замечательно. Вообще приятно мое пробуждение. Хорошо, давайте его доведем до конца. Что вы хотели узнать? Что вам интересно? Давайте спросим Кристину. Кристина, что вы хотели узнать о своей душе? Что вам интересно, Кристина? Откуда вы? Уровень высшего я? Или другие вопросы? Если представилось... Я не буду отвечать сегодня на вопросы. Первого знакомства вполне достаточно. Хорошо. Я лишь хочу описать Кристине ее особенность души, чтобы она больше не подпускала к себе паразитов или интерферентов космических и нижних, как вы их называете. Ее 7 чакр и 7 тонких тел обрамляют солнечные лучи золотого цвета. Через все чакры внутри нее проходит солнечный золотой стержень. Именно так она должна себя представлять в физическом теле и научиться руководить этими энергиями. Вспыльчивость, сами понимаете, что для солнечной души. Это нормально. Ну и потухнуть нельзя, иначе все вокруг потухнет. А баланс держать — это искусство. Это и был мой сегодняшний месседж. Да. Я считал вашу информацию ментально, уважаемый Соло. Мы были на Солнце, нам с Верой довелось один раз посетить вашу звезду. Мы были очень приятно удивлены увидеть эти, но нас впечатлили, безусловно, ваша звезда. И эти энергии, это было... Мы потом стояли в водопаде живой водой, и от нас пар исходил. Эти энергии недалеко не для каждого. Постойте и сегодня. Хорошо, мы с удовольствием рады вас приветствовать в нашей комнате диагностики. Очень рады. Кристина, ваш куратор передал вам то, что он хотел сказать. Вы поняли очень важную сегодня информацию для вас. Если вы захотите встретиться с ним, обратитесь к нам, подготовьте вопросы. Мы эту встречу организуем, и ваш куратор Соло сможет вам ответить на все ваши вопросы. Но сначала, я полагаю, уважаемый Соло, ей стоит какие-то домашние задания свои сделать. Будете ли у вас какие-то рекомендации к ее дальнейшему развитию? Я уже сказал, научиться держать баланс. Да, все верно. Хорошо. Уважаемый Соло, благодарю вас за этот спонтанный визит, и мне очень приятно, что вы пришли сюда, точно так как же и Кристине, и Вере, за то, что вы пришли в нашу комнату диагностики. Наверняка вы еще не знаете, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Мы имели честь приветствовать сотни кураторов с Млечного Пути, других миров, и каждому куратору мы всегда делали один определенный подарок. Этот же подарок мы хотели вам сегодня преподнести. Я не знаю, знаете ли вы или нет, но, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми спелыми, самыми вкусными, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем уважаемого куратора Соло, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит и за его помощь. Я не знаю, что это, но обязательно приму, чтобы быть культурным и не обидеть вас. Даже если вы попробуете, это вам очень понравится, потому что это единственный чистый экологический продукт. Это у нас называется витамины. Больше у нас чистого на Земле ничего не осталось. В любом случае, уважаемый куратор Сула, мы благодарим... Очень жаль. Это так и есть. В этом виноваты мы все. Я прошу передать на Солнце. Мы всегда рады всем, до кого достучаться кураторы, и всегда готовы их принять. Это наш месседж, это наше послание. Мы с удовольствием делаем нашу работу. Если таких, как Кристина, будет больше, мы всем откроем двери, через которые им придется идти самим. Я счастлив находиться здесь. И прошу Кристину поддерживать эту энергию счастья в своем стержне. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Соло. Мы не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, мы с вами еще встретимся, когда Кристина созреет до следующего этапа, например, задать вам вопросы. Всего наилучшего. Примите нашу искреннюю энергию благодарности на этом месте. Принимаю. Благодарим вас. И рассинхронизируйся, Верочка. 1, 2, 3. Мощные какие энергии. Они давящие. Ты как себя чувствуешь? Сейчас, секунду. Рассинхронизируйся сначала. Он причем сам мою голосовую чакру подключает. Он подбирает, подключает каким-то путем. Ну ты и говорила не совсем. И слова ему трудно подбирать. Он не жил на земле, возможно, если он не знает наших ягод, но это не страшно, это... Все, отлично. Хорошо. Легче тебе или сделаем водопад? Хорошо, отлично. Хорошо, Кристина, мы закончили вашу чистку и спонтанную встречу с вашим куратором. Вы сегодня узнали больше информации, чем вы хотели узнать. Я считаю это замечательно. Если ученик созрел, приходит и учитель. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа, и после этого сразу приступим к чистке квартиры. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Кристины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта. И квартиру ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью. 1, 2, 3. Да, я здесь. Отлично. Входи в квартиру. Остановилась в зале. Хорошо. Кто у нас? Без Арахноид, дракон. Арахноид. Без черт. Существо какое-то. Существо. 2 воронки. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И воронки уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Сущность, откуда ты взяла здесь? Кто ты? Дух полей. Дух полей. А как ты попала в эту квартиру? Сухими цветами. То есть в этой квартире находятся какие-то сухие цветы, которые много. Тебя... В каждой комнате, даже в туалете. Они были... Да. Сорваны? Нет. Сожжены, он говорит, энергия солнца. И высохли. И потому нам здесь приятно находиться. Хорошо, Кристина. Я обращаю ваше внимание на этот важный момент. Вам нельзя в доме иметь эту мертвую энергию. Неживые цветы, это сухие. Потухшие, он говорит. Потухшие цветы, да. Вот вы притягиваете эту энергию. Мы с таким встречались, к сожалению, уже неоднократно. Это неживая энергия. Вам она в этой квартире, где вы живете, совсем не нужна. Хорошо. Так, скажи мне, как к тебе обращаться? Дух полей? Дух полей. Хорошо, дух полей, скажи, что-то в этой квартире есть, что мы можем убрать на этой чистоте? Моя энергия. Хорошо. Пустоты. Ты сам ее можешь убрать или нам ее убрать? Он показывает, где расставлены эти цветы. Вот эта энергия между ними как переплетается от одного к другому. Хорошо, я даю команду. На 4 вся энергия, которая находится на чистоте духа полей. Шар перед клеткой тюрьмой. 1, 2, 3. Вся энергия до последнего микрона. Потухшая энергия, она похожа на серый негатив. Потухшая энергия собирается. Серый негатив. Готово. Отлично. Забираешь это? Дух полей? Это твоя энергия. Это мои энергии, но они будут возобновляться между растениями. Пока она не уберет. Установленными здесь. Пока она не уберет это все из квартиры, да? Они всегда будут переговариваться и звать друг друга. Хорошо. Источая энергию пустоты. Если убрать эту сухие растения, энергия пустоты уйдет из этой квартиры? Энергия пустоты, которая источаемая сухими растениями, уйдет. Хорошо, ты забираешь свой шар или да. Его хорошо отправляет энергию духу полей? Хорошо, ты готов уходить? Да. Открывается портал на чистоте духа полей. 1, 2, 3. И дух полей уходит со своей энергией на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Уже не первый раз сталкиваемся с этими гербариями, этими мертвыми энергиями. Они действительно несут патогенные негативные энергии с собой. Опасно для жизни людей. И никто об этом не знает. Арахноида в комнате, в детской, так понимаю, весь потолок был усеян паутиной. Из детской комнаты питался. Какую энергию ты забирал? Как это воздействовал на детей? На арахноид? Нет, он устраивал там инкубатор. Там никто не живет. Все забрал. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портала против часовой стрелки. На частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Синий дракон, ты успел собрать все свои платы? Да, успел. Хорошо. Ты готов уходить на свою частоту? Да. Перед тем, как ты уйдешь, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в эту квартиру и в это биополе. Даю слово. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Есть. Бес и черт остался, да? Да. Черт, значит, ты мучил собаку Бима. Издевался над ней, да? А я пришел за тобой. Он говорит, что у нее такие же вибрации, как у него. На перегонке они бегали. Черт. 5 герц. Я похож на идиота или как? Какие перегонки? Какая вибрация? Ее вибрация – это ее вибрация. Твои подключки – это твоя подключка. То, что ты на собаке ездил верхом, как на лошади, я это вижу. То, что я носочки одел, я тоже вижу. Появляется тонкая копия Бима 1, 2, 3. Собака появляется здесь, тонкая копия. Она появилась, крутится вокруг себя. Хорошо, Бим. Не беспокойся, я тебе помогу. Ты меня видишь? Слышишь? Да. Хорошо, включай внутренний белый свет собаки 1, 2, 3. Наши три собака выдавливают из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся в ее биополе 1, 2, 3. Свет пошел, выдавливаем все это негативное патогенное, оно формируется в шар. В ногах у собаки такие как комки круглые. Силы моего намерения эти комки выходят и летят в шар. Все до последнего. Отлично. Большой шар? Ну, такой мячик. Открывается портал в галактическое ядро под этим шаром. Шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Я даю команду на счет 3 в макушку головы. Бима начинает поступать. Необходимое количество собачьей энергии и частота его вибраций поднимается до комфортного уровня. 1, 2, 3. Пошли энергии. Поднимаем вибрации. Готово. Хорошо, Бим, как ты себя чувствуешь? Он гавкает. Хорошо. Ты хочешь это передать хозяйке? Может, тебе корм какой-то нужен или какое-то особое внимание? Ты скажи сразу. Мы передадим. Он любит очень бегать и прыгать. С ним надо почаще выходить, бегать и прыгать? Играться? Игрушку какую-нибудь он хочет какую-то особую? Идет картинка с летающей штукой такой, тарелкой. О, я только хотел сказать, вот эта тарелка летающая, он будет прыгать или хватать ее в воздухе. Это он любит, да? Ну вот так прыгать он любит. Хорошо, мы передаем. Еще он очень сильно любит свою хозяйку. Мы передадим обязательно об этом. Ты что-то в корме хотел, изменения? Может, тебе что-то больше нравится? Может, какие-то другие? Он говорит, что он все примет от нее, даже яд. Вот это любовь. Полностью доверяет ей. Какая осознанная собака. Хорошо, Бим. Ты счастлив, у тебя все хорошо. Буду возвращать тебя назад. И для усвоения энергии и вибрации возвращаю тонкую копию Бима в его систему биоробот-душа, подключая его к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Черт, выходи. Собирая все свои комочки, все свои одеялки, все, что ты раскидал по всей квартире, возвращайся в клетку-тюрьму и как можно быстрее. Пошел процесс. Побежал. У него на стуле стул какой-то там, как одеяло. Мал клуб да вонюч. Ну и по дому решетки разные, комки, одеяло на кровати. Собрался. Хорошо, все собрал, готов уходить. Да, готов. Открывается внизу портал на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, бес, давай. Ты все свои собрал, да? Все собрал. Давай, покажи мне, где портал, я их закрою, и после этого я тебе соберу весь негатив. Приступай. Значит, он показывает входную дверь, там их две. Да. Вот если изнутри на них смотреть, та, которая справа, он показывает. Хорошо. Открываем по всему периметру этих двоих дверей портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И этот портал уходит на переработку, фантом портала, и все наночастицы. Все уносится на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Пошли дальше. Может, она и не выходная, но она рядом с входной. Готово. Хорошо. Идем дальше. В детской комнате батарея. Под батареей в детской комнате открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал, фантом портала. Все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Это под окном такая решетка, но я понимаю, что это батарея. Хорошо. Теплительная система. Готово. Идем дальше. Зеркалом в спальне. Под зеркалом в спальне открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал, фантом портала. Все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Это зеркало, но сама портал, она квадратная, стоит на полу внизу. Кристина, мы рекомендуем вам избавиться от этого зеркала. Мы убрали, закрыли портал, но ты думаешь, он откроется, Вера, еще? Или там какие-то были? Не знаю. Дело в том, что она отдает зеркала своей энергии. И это зеркало, если оно старое, и там и так много всего, много энергии за ним. Они могут открыть, да, все. Хорошо, мы рекомендуем Кристине от этого зеркала избавиться. Я не знаю, стоит ли его дарить или нет, но лучше вынести в такое место, где от него можно избавиться, и оно никому не причинит вреда. Старые зеркала – это потенциальная опасность. Ей идет информация, что главное не жалеть то, от чего избавляешься. Вот, да, у нее там есть такая фишка, она не умеет расставаться с вещами. Кристина, вот, посмотрите, с чем вы не расстались. Сделайте выводы. Вы взрослый человек. Поехали дальше. Отрубать, выбрасывать и отрубать. Конечно. Не жалеть. Возвращаемся. Порталов нет больше. Хорошо, у нас два портала все было, да, без? Два и зеркало 3. И зеркало 3. Хорошо, возвращаемся все клетки. 1, 2, 3. На 4 я даю команду тебя и останавливается автоматически, когда 100% будет собрано. Готово. Опиши шары. Космический маленький, а остальное большой с эмоциями. Под космическим открывая портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И он уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяй. Хорошо. Да. Без. Забираешь? Да. Отправляй без. Готово. Хорошо. Готов уходить? Да, отпускай меня уже. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. Хорошо. И я даю команду. Готово. Клетка пустая у нас? Да. Открывая под ней портал галактическое ядро 1, 2, 3, клетка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Переносимся к входной двери. Да. И на счет 3 поднимаемся в нашу комнату диагностики. Отключаемся от квартиры. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте.